Всем привет, мои уважаемые, с вами, как всегда, видеотекарь. Интересно, записывался различных манов, вот каточки этой осенью, соответственно, за охотницу, там, например, за Нерсу, и все время сурвы молчат, когда даже проигрываешь, когда выигрываешь, там, неважно. А вот Квоун их прямо-то заставляет поговорить. Это тот ман, который вызывает у сурвов эмоции. Они почему-то уверены, что они обязаны типа Квоуна выигрывать, как я понимаю. И их категорически задевает тот факт, если Квоун делает минус 4. У них все, у них ломается программа, понимаете? Я род бихевера шатался, такие пробития в палетах. Всегда надо чередовать. Чередовать розовые, соответственно, с желтыми. Клоуну для этого их столько и дали. Не успею. Да, блядство, сука, как же меня это бесит! Ёбаная позитивная игра. Для кого она позитивная, интересно? Еще находятся дебилы, не побоюсь этого слова, дебилы среди сурвов, которые предъявляют за туннелинг. Да, здесь придется потеть. Здесь, скорее всего, у меня уже два гема. Ну да, и этот почти завели. Конечно, они лучше дозаведут, они не пойдут спасать. Чушки. Спринт. Сказал спринт. Да ёптую. Желтую бутылку и вперед. Конечно, блин, очередная палета. Хорошо. В этой игре, конечно, далеко не все, безусловно. Но некоторые сурвы настолько охеревшие рожи, что, несмотря на то, что генрашат, предъявляют за кемп и туннелинг.
А для них заводить за 4 минуты это нормально. Просто пиздец. Фиолетовую надо же было достать. Ну, естественно, да. Хрен ты тут закроешь. Полета, да? Ну да. Ну молодцы, чё. По факту, конечно, они тут не обезьяны. Сыграли они нормально. Давайте, давайте, давайте. Вот это лишнее абсолютно. Бывает, очень часто предъявляют типа манам за то, что те токсики. Хотя при этом сами по поводу манов говорят ничуть не лучше. Да... Но все равно, да. Находится, что продирается. Захотел и взял. К тебе-то какое дело? А почему ты генрашил? Вот тоже. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами, как всегда, был Видеотекарь. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!